Сморчок конический – один из самых ранних грибов, которые растут в хвойных или лиственных лесах с конца марта и по май. Этот необычный, экзотического вида гриб издавна был деликатесом, еще в Древнем Риме их подавали к столу императоров и до сих пор из сморчков готовят блюда для настоящих гурманов. Несмотря на высокие вкусовые характеристики, этот вид считается условно съедобным, поэтому необходимо знать, в каком виде его употребляют в пищу, какую обработку перед использованием стоит провести, чтобы получить от употребления только пользу. Чтобы найти конические сморчки, стоит отправиться ранней весной в хвойные или лиственные леса, грибы любят тепло, песчаные и известковые почвы. Знающие грибники находят их во влажных местах, поймах рек, низинах, болотистых территориях. Сморчок конически имеет мякоть нежной консистенции, считается, что по своим вкусовым качествам он нисколько не уступает трюфелям, уже на протяжении более чем двух веков в европейских странах их собирают как деликатесный природный продукт. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.